А греческие боги определяются по тем людям, которые достигли божественного соответствия, и имена им даются по функциям, которые они в этом мире осуществляют. Кстати, должен вам сказать, что это непростое дело появиться Богу в нашем материальном мире. Ему для этого надо очень много медитировать, как бы притягивая через эти медитации наши материальные физические частицы на свой уровень существования и создавать из них, как вот скафандр для водолаза, он создает из этих частиц свое плотное тело, в котором может появиться в этой нашей реальности. То есть для них это, по сути дела, процесс как бы жертвенный ради тех младенческих сознаний, которые здесь проходят свой путь эволюции, и они это осуществляют. Богов столько, сколько людей достигнет соответствия образу и подобию всеобщего Бога, то есть нашего мира. Вот поэтому Тютчев всегда и подчеркивал: все во мне, и я во всем. Это гениальное поэтическое определение. В душе действительно все есть, но она структура ячеистая. Она состоит из тех опытов проживания, которые вы уже имели в этом мире. Причем не только на Земле, потому что мы проходим практически все звездные системы. Это звездные университеты, по сути дела. И в каждой ячейке тот опыт, который накапливался при прохождении того или иного созвездия, в котором осуществлялась эволюция человека. Потому что мы развивались очень как бы циклично, последовательно в сторону возрастания своих возможностей. У Бога настолько много имен, что если вы начнете их перечислять, вам вечности тоже может не хватить. Потому что Бог – это все. И он может иметь имя каждого человека, с которым он войдет в резонансное соответствие. Исходя из того, что определил сам отец, когда мы первый раз с ним встретились, и он назвал меня сыном, исходя из этого, я называю его отцом. Больше никак. Других имен нет. Он отец. Если я сын, значит, он отец. Как вы назовете? Это тоже ваше собственное дело и ваш личный опыт с ним взаимодействия. У каждого свой как бы режим развития, на котором он может и так назвать, и эдак назвать, а потом как-то прийти к самому важному и к самому точному определению.